Сказав это, Иисус ушел и скрылся от них. Он сотворил пред ними так много чудес, но они не веровали в Него. И сбылось то, что говорил пророк Исаия: «Господи, кто поверил слышанному от нас? Кому открылась сила Господа?» Они не могли веровать еще и потому, что, как сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои и закрыл сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Исаия сказал так, потому что видел славу Иисуса и говорил о нем. Впрочем, даже многие иудейские начальники уверовали в Иисуса. Но из-за фарисеев не говорили об этом открыто, дабы их не отлучили от синагоги. Они больше любили славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же громко возгласил: «Верующие в Меня веруют не только в Меня, но и в пославшего Меня. И видящий Меня видит того, кто послал Меня. Я пришел в этот мир как свет, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не буду судить его. Я пришел не судить мир, но спасти его. Отвергающие Меня и не принимающие Моих слов имеют судью себе. Слово, которое Я говорил, будет судить их в последний день. Так будет, потому что Я говорил не от Себя. Пославший Меня Отец дал Мне заповедь, что говорить, и Я знаю, что Его заповедь есть жизнь вечная. Я говорю то, что Мне велел говорить Отец».